В нашем парке живет семья зубров. Муркотх, Мульба и их замечательный озорник-зубренок Муха. Эти величественные животные находились на грани вымирания, но благодаря ученым их популяцию понемногу восстанавливают. Все ныне живущие зубры появились на свет от дюжины особей, рожденных в зоопарках и заповедниках. Самый большой в мире заповедник зубрами – это Беловежская пуща. Находится он в Белоруссии. Беременность самки зубра длится 9 месяцев, как и у человека, а детеныши зубров спустя уже пару часов после рождения могут ходить. Самое интересное, что зубры рождаются с красноватым мехом, но спустя некоторое время мех темнеет и становится шоколадно-коричневым. Как и все дети, Муха – веселый, озорной зубренок. Он любит бегать и прыгать по вольеру, а также лакомиться вкусняшками, которыми с удовольствием угощается у посетителей парка. Зубр – это единственный дикий бык Европы, уцелевший до наших дней. Для большинства народов Кавказа зубр служил не только объектом охоты, также он олицетворял силу природы и имел традиционное культовое значение. Ему поклонялись как одному из символов родной земли.